Зовите всех пап, мам, дедушек, бабушек. Сейчас будет настоящий трап. Будды на альбоме не будет. К сожалению. Ну ничего, на следующем, значит, будет. Вот, цените это дерьмо, нахуй. Сегодня так много, что это вообще не скудно. Так много воды на мне, если ты меня спросишь, я скажу, это пруд был. А по-другому делать не умеем, что ты хочешь? Да, умеем, делаем вот так вот, и мне похуй, что ты меня вообще спросишь. Все у нас на трапчике проходит гладко, будто бы это прошел лобзик. Говорю, суки, дай мне мозги, будто бы я это очень голодный зомби. Да, мы ставим, да, мы, сука, ставим. Да, мы ставим, я ей ставил, да, я ей сейчас ставил. Я ей ставил, мы на стайле, да, мы все на стайле. Представил, что? А я это сделал. Я могу тебя закрыть очень быстро своим блоком. И не как мусор сделаю это забытый богом. Чё ты хочешь? Чё ты, сука, хочешь? Чё ты хочешь? У нас большие взятки, Госдумы, ты так не сможешь. Эй, да, бро, делаю это вот так вот. Вот так вот. Да, бро, да, надержи тебе косяк вот. Эй, да, бро, мои силы не иссякнут. Нет. Да, бро, эй, на кисти где-то писятка. Майго, you made it again? Yo, yo, yo. Lana, MB. Чё ты хочешь,
мне сказать? Парень, я все это видел сто раз. Вошли мы нагло в игру, дай мне ки, я выбил лужу на глаз. Стилек такой вонючий, будто бы забродивший квас. Где нам на раз доустроить тут какой-нибудь настоящий заквас? Эй, 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 зарабатываем эти деньги. Эй, эй, йо, тратим и живем моментом. Я, никогда не ебусь с ментом. Я, эй, такой свежий, будто ментал. Что ты хочешь мне сказать? Никто не застрахован. Мои типы реально лока, мешают за ног с водкой. Мы сейчас в розыске по какой-нибудь сводке. И мой хуй у нее глубоко сейчас в глотке. Трап, трап, делаю это легко. Сука, на мне сейчас сверху. Йоу, йоу, можешь считать меня предком. Если я когда-нибудь тебе помог деньгой, зарабатывать налик, это унастроено в наших генах. Yo. У меня есть магазин обуви, я как будто Букингена. Hey. Выхожу из своего дворца, как будто из Букингема. Yo. И если ты мне предложишь заработать бабок, это тема. Что ты хочешь мне сказать? Парень, я все это видел сто раз. Вошли мы нагло в игру, дай мне ки, я выбил лужу на глаз. Стилек такой вонючий, будто бы забродивший квас. И нам на раз доустроить тут какой-нибудь настоящий заквас. Это моя подруга рисовала. Дана Дудау, может быть, знаете. Мы кулим тут. Эй, 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 эй. Let's go. Золотая банда кулича на блоке. Золотая. Закрутил и выкрутил, как Аристотель. Крутил я. За день сделал уже где-то 100 дел. 100. Че ты хочешь, парень, это не предел. Нет. Кулим, 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 кулим. Кулим, 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 кулим. Про какие дела расскажи за свой блог. Какие дела, из них надо иметь всегда фрок. Всегда. Новые педали, Balenciaga, Crocs. Себя не знаю, что ты скажешь и будет бокс. Попробуй. Мы так играем, играем мы на стокс. Играем. Мы на трапе, в пакетах у нас мох. Трап? Мы тебя кинули, значит, что ты лох. Лох. Приласкаю я миленьких крох. Приласкаю. Кулим, вайбим в этом доме. Доме. Детка, скажи, чего ты хочешь. Вот это самый охуенный трек, по моему мнению. Я мистер Вупсень-Пупсень, что такое происходит? Да это гусеница, еду быстро не ногой я. А ты какой-то лунтик, парень, где такие ходят? 500 брикетов в одну фуру, это систем лоудинг. Твоя шалава все так же под окнами бродит. И я не знаю, как ее вообще прогнать можно. Тягаться с нами, парень, будет для очень сложно. Я много нала за день сделал, ну подытожим. Трапим мы на блоке, каждый день летим в машине быстро. Мои пацаны на дороге, как машинисты. Приглял суку на груди, она мне будто систер. Всех лохов из этой штуки будем гнать мы свистом. Что ты ожидал, когда можно провернуть это за короткий промежуток? Что? Всех хопов я стреляю, сбиваю цели из ружья, будто уток. С тобой никто не будет вести дела, если ты обмудок. Много опыта в этой игре, у нас на счету много суток. А что ты хочешь, делаем всегда, как мы умеем. Зарабатываем гуакамоле, как мельница, постоянно зерно мелем. Ты меня сейчас не поймешь, заплыви за буйки, ты сейчас на меле. Будто ясная поляна, и на ней много цветов, и мы вот так я устелим. Я мистер Вупсин, что такое происходит? Чё? Да это гусеница, еду быстро не ногой я. А ты какой-то лунтик, парень, где такие ходят? 500 брикетов в одну фуру, это систем лоудинг. Твоя шалава все так же под окнами бродит. И я не знаю, как ее вообще прогнать можно. Тягаться с нами, парень, будет для очень сложно. Я много нала за день сделал, ну подытожим. Эй, эй. Сейчас хватит с вас. Хватит с вас. Я могу вам попалить, знаете, что? Невыпущенные вообще треки, которые когда-нибудь, никогда, скорее всего, не выйдут. И мистер Упсин-Пупсин, что такое происходит? Yeah. Yeah, yeah, yeah.
Все, наверное, думают, что мы злодеи. Или какие-то весельчаки. Может быть, отчасти это и так. Но на самом деле у нас есть серьезное дело. Мы пришли спасти эту рэп-игру. Не пизди то, что ты тру. Герой, 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 герой. Будто бы Супермен. Вы нас предали, но мы все так же остались. Герой, 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 герой. Залетел в Метрополис. Мне не нужен страховой полис. Зачем он мне? Я и так вижу всех врагов. Я вас всех вижу. Покупаю новые шмотки. Свэк! Свэк! Прячу личность за очками. Чтобы вы не понимали, кто я такой сам. Кто-то нас назовет антигероями. Или суперзлодеями. Сам такой ты. Так отзывайся, пацан, так отзывайся. Вернем Серега этот рэп-игру. Дабы его не снизил тут. Мы все вернем городу. Получайте быстро после паутины. Ебем зеленому гоблину. Тони Старк. Богатый очень сильно. Или как Брюс Уэйн. Еду на Ауди или Бэтмобиле. Мы начнем новую арку. Новую? Мы, Дру, а ты пиздел? Забыл. Мы пришли спасти эту рэп-игру. Рэп. Не пизди то, что ты, Дру. Пиздешь. Герой. Эй. Герой. 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 Будто бы Супермен. Вот такая есть. А вот это вообще мясо в свое время Буди закидывал. Может быть, на новый альбом впилить. Себе вещи. Эй, залетаю в эту суку. Сука, это не навечно. Вечно, вечно. Это так я прексю. Прекс, прекс. Это так мы делаем вещи. Вещи. Так вот вы на фреше. Эй, ты увидела стиль. Покажу тебе как жить. Жить и не тужить. 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 Залетаю в этот мол. Называю это шопинг. Ты что-то там наплел. Че? Называю пиздоболом. Пиздишь. Эй, эй, что-то не то сказал. Что? Ты проблем только что нашел на свой белый зад. Пойми, детка, я не твой. Нет. У нас не получится. Нет. Потому что я другой. Ой. У меня есть мулит, как все эти нулит. У меня есть нулит, у меня есть нулит. На моем аккаунте. На моем аккаунте. Для этого нужен друг. Для этого нужен друг. Я тебе не кизяка. Эй, эй. Остановись, поляна, не надо продолжать. Остановись, не надо, не надо. Кого-то сильно подгорит от моего стиля и цацок. А я продолжаю ебать, ебать. Потому что мне, бля, похуй. Не похуй. И уже гандон порвался. Но я продолжаю ебать. Залетаю в этот мол. Залетел. Покупаю себе вещи. Залетаю в эту суку. Сука, это не навечно. Вечно, вечно. Это так я прексю. Прекс, прекс. Это так мы делаем вещи. Вещи. Так вот вы на фреше. Фреш. Ты увидела стиль. Покажу тебе как жить. Жить и не тужить. 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 Не, ну разве не мясо? Сюда Бушида жопу. Чувак, не радуйся слишком сильно, что я использовал твой бит. Что там все пиздят, блять, рассказывают. Раскачки, ебаные. Йо. У меня есть много... Я его сейчас продам, бля. Трав? Потому что нужны деньги. Продам любым мудакам, любым. Да. Суну свои пальцы в кольца. А что ты мне сказал там? Че? У меня есть много... Бокс. Я его сейчас продам, бля.
продам за сотку или за больше. Больше тебя наебу, бля. Наебал. Потому что там не будет грамма. Нет. Даже объебаться ты, бля, не сможешь. Ну, со своими торчками, корешами, да. Мать. У тебя нет денег, нет пачек, мать. Их тоже может пока и нету. Но мало. Сейчас я заработаю, когда тебе так, ну, бля. У меня есть много денег. Деньги. Или еще больше будет. Больше. Потому что я крутой, бля. Я крутой, бля. Я такая, это дур, бля. Дурь. На мне золото висит, бля. Золото. Ты хуйню какую-то куришь. А мне, сука, сосет писю. Yeah. Я поляной. Ой, нахуй пошел. У меня есть, сука, очень много газа. А еще сесть. Потому что я тянул на Porsche. Стой. Потому что на нем есть Porsche. Porsche. И он даже не цвета борща. Нет. Боже, сын, свои пальцы кольца. Кольца. Продавать дур, это очень стрёмно и опасно. И вообще глупая затея. Но нам всем иногда хочется кушать вкусно. И поэтому я рискую. Йо. У меня есть... Я его сейчас продам, бля. Трап? Потому что нужны деньги. Но... Продам любым мудакам. Любым. Да. Суну свои пальцы в кольца. А что ты мне сказал там? Че? У меня есть ног... Я его сейчас продам, бля. Да, сюда Бушида Жоку, блядь, записывал. Я, правда, не знаю, куда он проебался. А вот это тоже мясо вообще. Йо-йо-йо! Компьютер, продумана программа. Йо! Быть можно что? Почти идеальным. Идеальным. Когда носки от Москина одеты и ты в сачи футболки свежий. Суэй. Моя девушка как Брежнева и ведет себя очень вежливо. О! Это реальный стиль. Стиль. Таким ему быть. Таким вот. Как мы задаем. Как? Разум твой затмить. Пусть туман в мозгах и в этом бараке висящий. Газ. Будет гораздо качественнее, чем любой газ заселящий. Будто бы Эдвард Сноуден мы украли. Йо. Все материалы, все. И ты это знаешь. Знаешь. Выставили на показ, теперь вы в аху. Смотрите. Мог ли ты подумать, это было в реале? Все, что я получал, я слил. Не называй меня, ты лил. Главное, что он я сейчас залил. Это называется лил. Всем ушедшим реальным рим. Я знаю, твой корж может козлить. И если за кем-то была уже слежка, за этим не уследить. Я знаю, как все делать надо. Решаем вопросы не как надо. Но зато летаем как НАСА. И все, что скажем, будет в кассу. Это вес КамАЗа. И пригоден для ралли. Раньше втягивали в мазе. Теперь втягиваем в мазе. Как компьютер. Продумана программа. Йо! Быть можно что? Почти идеальным. Идеальным. Когда носки от Москина одеты и ты в сачи футболки свежий. Суэй. Моя девушка как Брежнев. Ну и чё за хуйня. Комп просто вырубился нахуй. От такого флекса, перегруза. Ну ничего, бывает. Не, вот то, что я вам только что играл, это никогда не выйдет. Первые 2-3 трека выйдут, потом все мимо. Релиз осенью. Да, брат, бросил, но видишь, опять начал курить нахуй. Любимый район Москвы — Сокол.
250. С Ромчиком еще не знаю, будет фит или нет. Доспехи Бога, я тогда видел вопросы, когда будут. Да, но не такие длинные буду отращивать. Не, это отсек какой-то. Да, море заебатые биты делает. На фририо 3 не знаю.